хорошее начало, забили быстрый гол, как-то удавалось и моменты создавать, вот, и выходили хорошо из обороны в атаку, и прессинговали, а потом такое ощущение, как будто подсели, началась какая-то нервозность, не знали, что делать, как-то непонятно, почему так именно случилось. Была установка, как мы должны были действовать, он ее в перерыве напомнил, там указал недочеты какие-то, чекуя какие, вот, и попросил это исправить. Постарались, я не знаю, будем разбирать игру, там смотреть, как мы могли лучше действовать. Должны всех обыгрывать. Как так получается, я не знаю почему. Мы стараемся, отдаем все силы. Но что имеем, что имеем. Хотя смотришь назад, вспоминаешь, что у нас 11 ничьих. И до сегодня об этом разговаривали, что 11 ничьих. Такого вообще никогда не было и не должно быть. Ребят, давайте соберемся. Ну и сейчас такие игры, что только вот так надо выигрывать на жилах. Он будет прямым, вот такой прямой. Он не будет перебрасывать, он будет бить в ту высоту. О, видишь, я тебе говорил, у него вот такой же жар идет. Да, я стараюсь не обращать внимания. Тут все от нас зависит. Нам нужно выигрывать. Тут нет смысла, если смотришь на соперника, там они выигрывают, ну и что, а мы можем ничью сыграть. И смысл. Что теперь скажешь? Что теперь скажешь? Что теперь скажешь? А ты что подсказываешь здесь? Ты здесь не подсказываешь, больше разочарование, потому что вспоминаешь, какие игры мы упустили и как мы хорошо начинали. Вот, и это больше всего расстраивает, потому что мы могли идти на первом месте, вот, и с большим отрывом шли. Вот за это обидно, конечно. Брестом так забивали, по-моему, в первой игре Валерка мне оставлял. И кому-то еще. Кто-то тоже оставлял. Маня, по-моему, оставлял, когда Васильевич забивал. Ну, это индивидуальное мастерство, видение ситуации тоже. Раз, два, три, Димка, сейчас. Да, выводы делать рано, будем также сражаться, бороться до конца.